В общем, залетели мы в подворотню. Я очень люблю кушать киевскую перепечку. Но поскольку она вредная, практически не ем гадости, сегодня можно согрешить. Я взял себе вот такую колу, потому что другой никакой воды не было, и перепечку. И сейчас мы ее попробуем. Она уже у нас по 30 гривен стоит. Я помню, когда ее брал и очень любил, она стоила по 5, по 6 гривен. Были 2016-17 года. И сейчас мы попробуем. Тепленькая еще. Ого. Да, это оно. Тот самый вкус? Вкус детства моего. Перепечка никогда не поменяется, она только в ценах может поменяться. Но когда ты ее ешь, она максимально вкусная. Коренные киевлянины, они все знают, что такое перепечка. Возможно, ты ее не пробовал, но ты где-то слышал. Потому что когда люди приезжали, мои друзья в основном там со Львова, я их всех перепечкой угощал. Она, кстати, говорит, что перепечка очень жирная, есть ее не будет. А я говорю, так а что это такое? Ну ты хоть кусочек для пробы, ну чтобы... Нет, ну как нет, говорится, нет. Надо... Маленький откуси. Ну что ты начинаешь вот это? Давай. Сак. И что? Булочка неплохая. Ну, а ты говоришь, она жирная очень. Она но вкусная. Она вся пропитана жиром. Да, но она вкусная. Вкусная. Макдональдс тоже вкусный. Ну, Макдональдс. Для Макдональдса нам еще очень долго. Я, кстати, не скучаю за ним. То есть раньше я как-то скучал, как я буду без мака. У нас все маки закрыты, а сейчас как-то отвык просто от него. Но перепечка, даже форму свою не жалко, которую я строю в зале постоянно. Ради нее. Ради нее. Я будем гулять с тобой. Ты проведешь, туда и пойдем. Может, ты мне предложишь? Если вы просто знали, что мы обсуждаем вне камеры. Не, ничего плохого не обсуждаем, просто обмениваемся какими-то, да, ситуациями. Ну, YouTube такое просто не пропустит, я не буду говорить, но темки хорошие. Кстати, посмотрите, как сегодня эта девочка очень красиво оделась. Цак, царак. Я всегда говорил, что Света очень красиво... Ой, Оля, Вика... Милена. А, уже Аня, когда Аня, имя без... Да я специально спутал твое имя. Да я помню, что тебя Милена зовут. Она же Аня, она же Света. А ты меня никогда не перепутаешь. Интересно, почему? Не знаю. Ого. Давай так кататься с тобой сегодня. Вот такой штучки. По ночному Киеву. Не спит мой. Комендантский час на дворе. И шо? Будет. А мы будем с тобой нестись по проспекту, включим, знаешь, такую офигенную музычку и будем кайфовать. На запястье сумка, это девочка. Так на меня всегда смотришь, интересно. Но мне просто кажется, иногда, когда ты на меня смотришь, что я тебе что-то плохое сделал, и ты мне хочешь отомстить. Серьезно? Ну, как будто у тебя заточка там в руке, и ты что-то мне плохое сделаешь. Да зачем? Ты чего, не сделала что-то плохое, скажи? Нет, я не делаю людям плохое. Вот такому блогеру. Такая ж хорошая, просто. И в видосах никогда не против посниматься. И встретиться никогда не против. И не выебываются, абсолютно. Я ни разу не слышал, чтобы ты выебывалась. Ой, это я не хочу, ой, это то. А я не знаю, почему ты так не делаешь никогда. Все девушки могут выебывать, а ты нет. Так и что делать? Не знаю, дружить. Дружить? Ну да. Ну да. А что ж делать? Друзья, ну а я напоминаю вам компанию по заработку, которая называется Avalon. Сейчас на моем балансе 199 тысяч. Я буду делать вклад на 14 дней на сумму 199 тысяч. Как вы можете видеть, за 14 дней я заработаю плюс 41 494. Депозит успешно создан. Ну а для тех, кто хочет ознакомиться с этой компанией, ссылку на нее вы найдете в описании моего видеоролика. Мы проходили, когда мимо, встретили подружек Милены. И там была одна девочка. Подожди, не говори ты это. А, да? Ну зачем ты так? Я просто... Это как предположение. А, ну хорошо, но я же ничего еще не сказал. Да не, ну не надо. Мы сейчас будем идти в какой-то дворик к ним. Просто погулять, пообщаться, они нас позвали. Я ничего не говорю, я даже не говорю про этот... Смотри, какое небо красиво. Небо голубое, да. Так, а мы идем или не идем к ним? Мы идем. А, мы по дороге идем? 22 минуты туда идти, а как они туда за 22 минуты... Я не знаю, как они сейчас успели туда дойти. Они, наверное, такси пробьют. А может мы подъедем туда? Зачем нам пешком туда идти? Это, наверное, возвращаться туда к машине. Или подойдем к ним? Подойдем. А не стоит, чтобы к ним подходить? Ну, не знаю, ты же их видел. Ну, я не разглядел. Я же на тебя смотрел. Чего мне на них смотреть? Если так... Ну, пошли туда. Я не знаю, как хочешь. Ты вообще, ты хочешь туда сейчас какую-то тусовку? А с ними контент можно подснять? А тебе оно надо? Ну, беспалевно, разбавить чем-то, потому что, я не знаю, контент сам несется, но вообще никаких идей нет. Есть. Про которую говорить не... Спалила. Про которых говорить нельзя, но мы их потом увидим. И, возможно, с ними видосы поснимаем. Круто, чем больше здорово. Людей, тем круче видосы. Чуть подрастроился, потому что сегодня выходной день. Я забыл, что по выходным закрывается вход.
Я просто хотел, чтобы Милена чуть подрифтила, научить ее. Ну ничего страшного, сейчас поедем к подругам, будет веселее. Ой, ну залетели мы к подружкам, там такой движ, честно, алкогольный происходит, мы пить не пьем, я за рулем. Милена не пьет уже, хорошая девочка. Ну, хотел что-то поснимать, но не знаю, скучно все. Такое, все просто для меня очень непривычно. Залетать в такие места, где все бухают, тусуются, слушают музыку. За это время ни разу даже, ну, ни в какие клубы не сходил. Для меня непривычно то, что сейчас... Ну, сейчас такая херня происходит. Ну, все типа веселятся, все просто забыли. А я, ну, не забыл. Вот, и как-то настроение у меня не сильно есть. А алкоголем его поднимать — это полная херня. Лучше быть трезвым. А, такой. И кайфовать. Да? Чем пьяным. А смысл быть пьяным? А что ты пьешь? А что ты пьешь? Чего я пью? Не пей. А вот не так пью. Вот. Не будешь пить, будешь хорошей не девочкой. Будешь в тафузе тусоваться, не будешь пить. А будешь пьяная, будешь получать от тафузи по жопе. Ага. Ну не на камеру. Вот так вот заговорили. А не на камеру будешь получать дома по жопе. Дома поговорим. Я тебя не звал к себе домой. Я могу просто так прийти. Просто так ко мне прийти? А вдруг я буду не одет? А, ну вот, то есть ты любишь внепланово в гости приходить, значит, мне надо в квартире убрать. Ты в ней словно пленная. Ты у меня в хате был? Нет. Нет. Я был один раз у Милены на квартире только потому, что мне нужно было кое-что на диск скачать. Решать делишки, что? Да, но у нас ничего не получилось, вот, и поэтому мы расстроились. Лучше бы я не приходил бы к тебе домой с этими дисками дедовскими. Как дед старый, просто не во всех сейчас компах, там есть дисководы, вообще забыли, что такое диски, а мне очень нужно было туда накачать кое-чего. Ну не порнухи. И тут она. Смотри, ты такая красивая на фоне этой природы. Чисто трушная такая девчонка. Трушная? Да. В каком году сейчас живешь? В каком? Ну, вот я же старый. Мне 22 уже. Ты очень трушная. Прикинь, ты Дуа Липа. Вокруг только поклонники. 3 года назад бы отписала бы мне. Ты бы отписал бы мне 3 года назад? Отписал бы. Че это бы я тебе не отписал? Не знаю. Ну ты красивее стала, чем 3 года назад. Ты не видел меня 3 года назад. Выросла. Как это я тебя не видел 3 года назад? Я тебя видел. Ну так ты не помнишь меня, как я выглядела. Я помню. Ну я твои фотки смотрел старые, наверное, в инстаграме у тебя. Возможно, опа, возможно. Подружки звонят. Говорят, а шо вы там? Короче, ничего мы не будем с подругами снимать. Будем что-то новое думать. Ночь бесконечная, ночь бесконечная. Очень был красивый закат, но мы только что видели какие-то 2 светящиеся штуки летели. Там в километрах пару. Но все равно не очень весело, когда ты видишь ракеты эти. Пиздец. У меня аж настроение пропало. Только развеселился. И ракеты опять увидел. Когда в моей стране это все закончится просто? И вот вы понимаете, почему я не люблю на такие тусовки ходить, на всякие движи? Там вот во дворике все движуют, все тусуют, а мы не любим такие движи. Правильно? Вот такой вот получился видос. Надеюсь, вам нравится тематика лайфстайла. Не забывайте писать комментарии, ставить свои лайки. Несмотря на то, что на улице даже бывает очень жарко, мы все равно что-то снимаем. Хотя могли бы этого не делать. С вами был ваш Андрей. Безумно вас всех люблю. Увидимся в моем новом видео. Всем пока. Не спит мой спальный, твой скандальный лук на кухне. Смотрят 2 бухих подруги, да красиво выйти в люди. Свет гаснет в спальне, на запястье Луи сумка. Это девочка с рисунком.